На самом деле официально это как мы собираем лучших студентов всех учебных заведений области и знакомим их между собой и сравниваем, какое же учебное заведение лучше проводит внеучебную работу. Ну, как-то так звучит. Реально, на самом деле, я, наверное, не сразу это понял, реально это увидеть, насколько же у нас крутые студенты, насколько они реально творят такие чудеса и при этом не понимают, что они делают, да, потому что они, когда приезжают, у них первое время это нужно выиграть, не облажаться, да, и только, наверное, на 4-5 день они начинают понимать, что же на самом деле такое выиграть, что это не получить баллы, да, а это получить те эмоции, которые, наверное, никогда в жизни потом не забудутся и которые ты захочешь возвращать из года в год для того, чтобы, ну, пережить эти моменты. Ну, для меня вот это, для этого фестиваль нужен. Концепция легкая. Собираем 5-6 команд, в зависимости от количества участников. Используем все основные направления деятельности, внеучебной деятельности. Это творчество, спорт, образовательное, информационное сопровождение и немножко патриотическое воспитание. И за каждое из направлений, кто в нем лучше, даем баллы и по итогам суммируем все, чтобы понять вот такую вот среднюю медианную, чтобы понять, какая команда лучше. Солнце, солнце, лето, студенты. Каждый год мы встречаемся здесь. Каждый год это только наш фест. Слово предоставляется гостю нашего фестиваля, начальник управления молодежной политики Карелиной Светлане Ивановне. В общем, просто сливки нашего общества. Поэтому я вас всех приветствую, во-первых. Хочу пожелать всем провести время с пользой. Самое главное, с весельем, чтобы все получилось. Ну а победитель, конечно, это здорово, но в первую очередь, чтобы классно отдохнули, повеселились, чтобы все прошло хорошо. Ну что, 28-й региональный фестиваль молодежный, творчество и спорта, студенческое лето 2022 объявляется открытым. Такая есть мода на винтажные вещи, когда ты покупаешь что-то не очень новое, но точно сделанное руками, в штучном варианте. Покупатели таких вещей говорят, сейчас так уже не делают. Вот этот фестиваль, непрерывный в своей истории, традициях и мироощущении, он сделан так, как сейчас уже не делают. И продолжает жить таким образом, как сейчас не делают фестивали. Сейчас очень много важности количественным показателям, замерам и так далее. А он интуитивный, он ощущенческий. Три, два, один, поехали!
Я думаю, первое, это добровольно-принудительная штука, то есть там какие-то списки от универа составили, сказали, вот ты, Иван Иванович Иванов, ну, я специально всякую такую муть придумал, так говорит ректор, но их отправляют куда-то. А остальные, здесь же видно костяк, который как-то приехал, кайфанул, но это какие-то люди сумасшедшие, да, творчества и авантюризма, им нравится тусовка. Я думаю, что 90% старшего поколения, которые уже когда-то были на фестивале, едут сюда за тусовкой. Чтобы спасти это студлета, я должен переспать с девушкой. Восемь тридцать подъем, 8:30-8:45 зарядка, 9 завтрак, 9:30 линейка, дальше большой круг по вопросам по итогам дня. И потом блок образовательно-спортивный параллельно, да, то есть уходим на первую медицинскую помощь, и спортсмены бегают и поддерживают их, да. После этого образовательный блок, не забываем, что сегодня продолжается. Есть огромное количество форумов без обид, разного формата, да, которые проводятся и изначально рождались для того, чтобы вот реально воспитать молодежь в какой-то степени, да, но они превращаются больше в галочку, да. А здесь, получается, фестиваль делают сами студенты в большей степени. Хоть мы и есть, как вроде бы направляем их, да, но если студенты не примут наши эмоции, если не примут наши правила, если они сами не начнут создавать, творить, если они не начнут объединяться, фестиваль умрет и не получится у него, да. И мало того, мы когда его запускали, никто не думал, что он столько лет проживет. И то, что ему вот в этом году уже 28 лет, говорит о том, что проект востребователен. Фестиваль адаптируется. Он не настолько гонится за обновлениями, сколько пытается быть полноценным самим для себя, не на экспорт. Он всегда хотел выступать. Это то, чем он дышал. То, благодаря чему просыпался по утрам. И то, что заставляло биться его сердце чаще. Он был лебедем. И его верность и преданность движениям танца, казалось, доходила до того, что он не готов был сложить крылья за музыку или расправить их так широко, что весь мир увидел бы их. Даже не представляю, в каком городе, и понятия не имею, на какой улице. Возможно, я никогда даже мельком его не видел. Мелькаю вдалеке, не оставляй меня! Вот.
ненавижу толпу! Она сама! Дура! Сам дура! Неужели это все? Неужели я должен сложить свои крылья и стремительно броситься острым камнем с высоты прямо в пропасть? Я погиб не от десятка ранений. Ты пойми, без любви ничего не нужно. Не могут жить в разлуке лебеди. Подожди, не спеши. Друзья, давайте помнить, что жизнь одна, и делать выбор всегда только нам. Живите и радуйтесь. Удачи вам. С вами был команда Политеха. Спасибо. А сколько у нас бурятов? С одной стороны, мы проводим официальные соревнования, да, вот кто лучше танцует, кто лучше поет, по мнению жюри, да. Но на самом деле это нужно не для того, чтобы оценить лучшего танцора, да, а для того, чтобы студенты поняли, что когда они готовят вот эти творческие мероприятия, нужно не просто танцевать, а нужно себя дарить, дарить свою, ну, вот какую-то идею кому-то, да. Ну, с одной стороны, пацан должен знать, что такое автомат, а с другой стороны, девчонка должна понимать, насколько пацанам сложно в армии, насколько они делают крутые вещи. И вот пока они сами это не попробуют, они не начнут это понимать, с одной стороны. С другой стороны, в любом случае, это первое касание таких ситуаций, когда происходит экстремально, когда рядом с тобой взрывается петарда, 8-й или 9-й корсар, 8-й, да, происходит, тебя когда глушит, да, страшно. То есть, ну, в следующий раз организм быстрее работает. Мало того, ты с другой стороны начинаешь это ценить, ты начинаешь понимать, насколько круто. В чем делаешь? Он у тебя где должен быть? Чисто, докладывайте, что чисто. Ну, это дальше будем двигаться аккуратно. Вылазим. 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 Пацаны, дышите ровно. Никитос, давай, давай, давай. Слушай, что тупим? Молодец, хозяин. Я не понял, почему у вас боец не храпит? Что, не храпит? Почему храпит боец? Он что, болеет? Я начал. Я успел. Не храпит? Да. Ну, то есть, это болезнь какая-то? Нет. Правильно? Нужно лечить болезнь. Нет, он спит. Инструктора лечить. Заходят в караульное помещение. Начальник караула, либо таблетки. Его заместитель должны дать команду, чтобы солдаты встали, какие будут стоять, чтобы приветствовать. Есть таблетка. Чего нам? Караул. Нас так... А команда чая? Сузы.
Напишите нормально. Я была единственная. Пойти, давайте упор, лёж. Раз. Визит не то. Два. Раз. Тихо. Два. Молодец. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Через 15 минут приду, проверю. Продолжаем. Инструктор Еремеев. Инструктор Еремеев. Что здесь боец охраняет? Обойдите. Я не хочу вас обходить. Я вас спрашиваю, смотря в лицо. Боец, как тебя зовут? Вы убиты тогда. Ну, не хотите разговаривать, хорошо. Шли и объявили тебя убитой. Твои действия какие? Какие? Я вам не подчиняюсь. Вы не должны нам подчиняться, вы убиты. Вы должны, смотрите. Стой, кто идет. Вы должны пойти в штаб и доложить, что вас убили, чтобы сменили караульного. Да. Только возвращайся быстро. Вам нужно быстро сходить туда, сказать, что вас убили, и вернуться сюда. Чтобы они подготовились. Где ваш штаб? Не знаю. Но вас откуда привели? Не помню. В каком доме? Не знаю. Хорошо. Узнай. В следующий раз узнаем, откуда помочь подставить. И тогда если убирать, то... Сережа кинул две хаешки нам, и мы реально испугались. А сегодня мы весь день были в напряге. Мы ждали этого, я это получил. Я не сильно доволен, но и не сильно сочувствую. Прикольно. Это такое, чего у меня не было. Это очень хорошо. Ну, то есть тебя не напрягает то, что ты со шваброй в лесу стоишь? Хороший вопрос. Да нет. Я бы хотел бы, конечно, сейчас поспать, но у нас вахта, мы будем меняться, поэтому Кэп обещал, то, что все будет хорошо. Можешь не светить пока в лицо? Просто день патриотического воспитания – это как бы такая реперная точка, после которого студенты начинают ценить реальную жизнь в хорошем смысле, да, потому что когда они сутки не спят, когда они перед этим несколько дней готовятся и боятся этого ожидания, когда их реально мучают, напрягают, когда их заставляют делать те вещи, которые им некомфортны, страшны и опасны, и после этого они проходят вот эти вот испытания для себя, ну, потому что особенно сейчас стали, на самом деле, очень мягкие студенты. Ровно на середину. Так, ну что, доброе утро, фестиваль. Сегодня самый мой нелюбимый день. День патриотического воспитания. Конечно. Сегодня мы с вами будем... Фестиваль упор лёжа принять. Спасибо. Удачно, Виталий. Ты сказал, конечно. А кто сказал из политеха, конечно. Ко мне иди.
Давай, громко, как тебя зовут? Никита. Нет, еще раз. Никита. 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 Спасибо, Никита, за юмор. Спасибо, Никита, за юмор. Все вместе. Спасибо, Никита, за юмор. Два. Спасибо, Никита, за юмор. Три. Спасибо, Никита, за юмор. Четыре. Спасибо, Никита, за юмор. Никита, дай тебе, благодарю тебе. Пять. Спасибо, Никита, за юмор. И получается, когда они этот момент проходят, получается ситуация, что они, во-первых, начинают в себя верить, а с другой стороны, начинают просто радоваться вот солнышку, радоваться то, что они могут поспать, радуются тому, что они могут спокойно поесть, отдохнуть, повеселиться. И для меня вот в этом моменте День патриотики, наверное, важный. Да? Направляющий ПЕП, плите ставится в конец на футболку. Бегом! Отставить. Бегом! Марш! Гранат слева. Фронта. Вернулись назад, упали, ручками прикрыли, да. Ничего страшного. Ногами вытащили. Я очень внимательно, сейчас пока медленно делаем. Отрабатываем это, потом будем отрабатывать уже гранату. Вы помните, да, как шли? Да. Вот, запомни. И так попробуй, чтобы тебе все выглядело. Смены. Второй нам рядом приходит. Ходите рядом. Я очень хотела на патриотику. У меня даже была, можно сказать, небольшая цель. Я очень хотела простоять, ну, вот пост, как часовые, вот, когда ходят, тем самым немного проверить себя. И я поняла, что, ну, типа, я могу выстоять. Это очень классное мероприятие в плане, опять же, проверки себя и в плане того, что это патриотическое воспитание. В случае чего, то есть мы, ну, как бы подготовлены ко всему. Это очень интересно, это очень круто, это все в игровой форме. Немножечко, конечно, страшно периодами, но это все равно... Сначала я собиралась поступать в военное, что-нибудь связанное с ФСБ, поэтому мне очень хотелось пережить это. Вот, караульные, часовые, это все очень интересно, все было весело. Конечно, слава богу, я марш-бросок не побежала. Есть, конечно, отрицательное, но я про это не буду рассказывать. Расскажи. Нет, это не на камеру рассказывается. Бой. Отбой! Принято! Честно, ну пусть он наиграется уже. Что еще тут сказать? Ну пусть. Хочется ему взрывать бомбы, там, в люди кидать эти гранаты, обливать водой. Ну пусть это он ради этого приезжает. Я не ради этого приезжаю. Ну, честно говоря, не люблю быть властным. Вот, народ — это я это народ. И поэтому все для народа, все для фестиваля.
конечно, ответственность, потому что хотелось бы, чтобы прямо ребята ощутили всю эту атмосферу, которую мы испытывали, благодаря, так сказать, старикам, которые нас это обучали, чтобы они почувствовали этот кайф нахождения в этом фестивале. Как говорил Суворов, тяжело в учении, легко в бою. Ой, самое яркое. Наверное, это был показ мод. У нас проходил показ мод, где ребята должны были вот на Новый год показать свои образы в стиле новогоднего фильма и передать эту атмосферу. Это было очень яркое, крутое событие, когда ты, опять же, в спешке все это торопишь, но делаешь это так круто и классно, что вот сам товар, который выходит на сцену, ты понимаешь, что это просто безумно круто, и как ты это успел сделать за полчаса? IT-технологии не дают сенсорики, не дают ощущений, полностью заперекрывающих реал офлайн. Вот. А это значит, что человек не может туда уйти. Он по природе должен быть настоящим в настоящем мире. Вот. И тогда уже, получается, мы конкурируем не с Wi-Fi или социальными сетями, да? А мы конкурируем, ну, с чем-то другим из этого же мира. Давайте все вместе. Начинаем. Давай. Для чего? Для чего? А это два брата, Женя и Андрей. Мы так и не поняли, кто из них кто. А теперь немножечко пошутим. Поехали! Ну так, в основном радость с примесью похмелья. Вот. В целом доволен от этого фестиваля.
Вот. Да и все. Меня на миг не остановишь. Это же не вопрос километров, метров, людей, часов и так далее. Это вопрос, какого уровня ощущения мы можем добиться, собравшись здесь вместе, в, ну, не в самых комфортных условиях, если угодно, не при самых больших ресурсах, но всегда это на... Всегда это ставка на искренность. И... Ну, как-то мы просто... Вот это время мы очень честные сами с собой, когда мы здесь. Это, наверное, самое главное. Когда они себя узнают с другой стороны. Потому что когда ты сидишь постоянно в телефоне, в интернете, да, ты настолько идеально себя ощущаешь, да, что ты умеешь со всеми разговаривать, что ты можешь всегда все знать и информацию находить, да. И ты забываешь, что это не совсем ты, что это какой-то другой клон, да. И когда ты приезжаешь в жизнь, у тебя начинает, вот в реальную жизнь, когда нет связи, у тебя начинает ломка. Ты начинаешь понимать, что, извините, вот этот биологический туалет, да, где там дырка внутри, а не вот эти вот тазами, это все-таки сложненько, и нужно понапрягаться, да. Ты начинаешь себя по-другому ощущать, с одной стороны, и ты хочешь вернуться, и ты видишь себя настоящего, ну, мой субъективный взгляд. Мало того, тут же вот эти условия, они, наоборот, вторичны. Тут очень крутые люди. Они даже не понимают, насколько они крутые. Летай! Хорошие взаимоотношения. Ребята все отзывчивые, понятливые. Вот. Хорошие вообще, как бы все со всеми дружат, все друг другу помогут. В этом есть свой вайб такой, лето, летнего лагеря, это типа все круто, когда ты уезжаешь, допустим, куда-то там на природу с друзьями, либо к бабушке в деревню, это все очень круто, ну типа у этого свой вайб. Эгоизм какой-то, может быть, какое-то вот это чувство собственной важности, возможно, вот, это, вот этот комплекс, который, извините, я чего-то недополучил, вот за счет этого я реализуюсь, я понимаю, что я нужен, и я понимаю, почему я нужен, и что я здесь хорош в какой-то степени, и на своем месте. Сейчас я понял, что это какой-то небольшой симбиоз. С одной стороны, я их с этим знакомлю, но больше мне нужно, чтобы они начинали ценить настоящую жизнь и понимать, что она бесценна. Мы считаем лучшими фестивалями те, после которых мы уезжали и не могли прийти в себя, вернуться в социальную жизнь. Ну, там... неделю-полторы. Потому что, ну, очень погружает, очень забирает. Сложнее, чем... острее борьба, тем больше накал страстей. Вот мне кажется, что этот фестиваль у нас в этом плане получился, да? Ну, подошел последний наш день. Вселенская грусть, печаль, тоска. Стали все любимые мне, как никогда. Прощальные объятия, горле ком. Вот, наверное, где-то полгода назад я начал задавать вопрос, а зачем мне все это, когда я знаю своих друзей, с которыми я учился, которые зарабатывают по 400-500 тысяч рублей в месяц, притом реально, потому что которые нам начальники, да? Когда ты приезжаешь к ним, с ними в какие-то компании, думаешь, насколько же они классные, а? То есть, с одной стороны, сколько же они зарабатывают, почему я так не могу жить, да? А потом они немножко расслабятся, да? И ты видишь, насколько они тебе завидуют, потому что у меня настоящая жизнь, а у них жизнь, которая должна быть по учебникам. Я поймал себя на мысли, что мне с ними неинтересно, что мне вас не хватает. Нет, правда, я понял, что вы меня приручили. Я вас за это ненавижу. Спасибо за защитие. Я продолжаю вас ненавидеть все равно. 1078 баллов. У второго места 1105 баллов. Вот мне понравилось. Это второе место.
Липецкий. Государственный университет. Да ладно. Скажи. Липецкий, государственный. Золотой дубль. Технический университет. Золотой дубль. 1105 баллов. Липецкий, государственный. Благодарительный университет имени Ивана Петровича. Семёна Тишинского. Фестиваль – это то место, где ты работаешь до потери пульса, но при этом наслаждаешься от этого. Я учитель физкультуры. Я работаю в школе, учу детей. Но некоторые ништячки, кстати, обучаю именно со студенческого лета. В принципе, я не ощущаю себя каким-то старым. Как-то вот то ли команда такие подбирается, то ли люди как-то вот в эту атмосферу втягиваются, и ты на одной волне с ними. Незабываемый опыт и впечатление. Получается, да. В любой момент нужно быть готовым ко всему. Никто не знает, что будет завтра, что будет сегодня, что будет буквально через минуту. Вот. И к этому надо быть готовым, это нужно, и это правильно. Это в целом общее впечатление, конечно, то место, куда хочется возвращаться снова и снова. Пока пусть это будет со мной происходить. Потому что я хочу быть в нем. Пока.